руки выше, ноги шире. Сядьте на пол 3-4. Ну или сядьте на диван. Потому что вам предстоит знакомство с новинкой. И для нас тоже. Volkswagen Golf. Volkswagen Golf достаточно известная модель. Если я не ошибаюсь, модель эта известна порядка 30 лет. И тем не менее она не потеряла в ряду хороших автомобилей. Может быть, отсюда и пошло название автомобиля гольф-класса. Это достаточно небольшие, юркие, маневренные, шустрые и недорогие машины. Мы вам показывали в прошлой передаче два нафаршированных немца, два Мерседеса. Сейчас мы вам покажем автомобиль, образно выражаясь, пустой как барабан. Здесь нет всех этих систем курсовой устойчивости и подогрева сидений, также нет кондиционера, есть обычная мясорубочка. Автомобиль действительно вызывает уважение, во-первых, потому что таким должна была быть российская малолитражка. К сожалению, малолитражка это немецкая. И хотя, как говорится, машина пустая, то есть здесь нет никаких радостей жизни, кроме самых необходимых. Но все сделано так, что не только к машине, но и к тем, кто делал ее, возникает чувство уважения и такой легкой зависти. Чтобы показать маневренность и скоростные характеристики этой машины, мы приехали сейчас на трассу Магнитогорского картодрома. И попробуем погоняться в скорости с картом. На карте буду сидеть я, а за рулем Фолькса Максим Смирнов. Лично. Еще раз поблагодарим автосервис Велд, автоцентр Велд, который нам любезно предоставил такую замечательную машинку. Вот так схлестнулись Volkswagen и Карт. Как вы смогли убедиться, эта машинка уходит от меня на длинных разгонах. Но Карт, конечно, поманевреннее. И трудно с ним сравниться в этом.